сейчас так много слов, но в сети только слышу, как спускаются выше люди и живут жене, что не дом, а несут нам слово, но забыто. Автору не задает читатель ни одного вопроса. Ни одного.
веселое задание. Как можно скорее перестаньте читать данный текст. Получилось? Иногда такое бывает. Увидел текст, не успел быстро отвернуться и все. Ну что ж, мы можем попробовать другие методы. Другие методы? О, посмотрите вот на этот текст, как на предмет. Не замечая букв и слов. Оцените его длину. Если текст показался вам слишком длинным, не читайте текст. С чистой совестью отложите его прочь. Ведь есть много других текстов, гораздо покороче. Вот, например, производители готовых завтраков пишут, которым надо масло заливать в душу. Ой, а вы сегодня уже завтракаете? Поглядите на заголовок этого текста. Если он вам кажется непонятным, не читайте его с чистой совестью. Что они там о себе посмотрите думают? Посмотрите на последнюю фразу. Если она показалась вам слишком грустной, не читайте. С чистой совестью. Вы же не обязаны портить себе свое настроение. Посмотрите на текст, как на предмет! Посмотрите на заголовок этого текста! Посмотрите на последнее слово этого текста! Разве есть в этом тексте незнакомые для вас слова? Как себя чувствует ваша совесть? Если вы видите эти слова, значит, вы, видимо, решили читать этот текст дальше. Хуже всего, видимо, вместе с нами решили научиться читать, что написано. Ну что ж, вам же хуже. Я уже встречала имя этого автора. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но сволочи автор все время что-нибудь такое выкидывают, а чего действительно приходится читать их текст. Да, но не нашим знакомым это утверждение кажется шаким. Мы даже записали их сейчас. Попробовали объяснить, что в них не так. И составили вот такой список. Кажется, я где-то слышала имя этого актера. Или нет?
написать какие-то глупости, совсем даже отличающиеся от вашего личного мнения. Но помните, как когда-то в детстве мы научились переходить от слов к слогам, а потом от слогов к словам? Так вот, теперь настал другой период в вашей жизни. Нужно научиться переходить от слов к предложениям. Точки, блин, тоже загадка! Ай, точня!
дрова, получается дрова или не дрова. Нет, два автора сразу так и написали. Вместо точки с запятой можно использовать точку. А вторую часть получившегося предложения такое слово. Например, это хрен на дрова превратится. Это хрен на дрова. И правда ли понятно получается? Я прочитал все абзацы предложений и сумел их понять. Кажется, знаешь, что здесь написано. Нет. Вы не поверите, но абзац – это набор ваших любимых предложений. Это такая рука, которая есть моя фига в кармане. Эта фига называется мысль. Страшно звучит? Страшно звучит. Но вы не бойтесь. Мы знаем, как можно уловить эту самую мысль. Абзац? Yeah.
поверите, но, прочитав текст один раз, мы всего лишь сумели прочитать текст один раз. Один! Теперь, каждый раз, когда вы встретите текст, вам придется проделать все вышеперечисленное заново. Но, если вам кажется, что вы кое-чему научились, и вам не требуется наша рекомендация, то вот еще один простой тест. Он касается не ваших будущих впечатлений, он лишь касается текста, который вы прочли только что. Так ведь гораздо легче, правда? Бабочки.